Участие в конкурсе «Мисс Вселенная» предполагает не только развлечения и красивые мероприятия, но также и активную благотворительную деятельность. Именно поэтому все конкурсантки съехали сегодня в Крокус Сити Молл для того, чтобы поучаствовать в благотворительном аукционе, где они представят национальные подарки в качестве лотов. Леди для подобного мероприятия надели платье в пол, а также меховые манто. Благотворительный аукцион, где каждая девушка привезла со своей страны подарок. Очень долго думала о том, какой лот преподнести мне. И в связи с тем, что в 2014 году в России, в Сочи будет проходить Олимпиада. И именно поэтому в качестве национального лота я решила преподнести олимпийскую экипировку. Буквально на конкурсе «Мисс Вселенная» 2 дня назад я узнала очень приятная для меня новость. Буду участвовать в эстафете Олимпийского огня. Сегодня у нас благотворительный аукцион, где каждая девушка привезла со своей страны подарок. Очень долго думала о том, какой лот преподнести мне. И в связи с тем, что в 2014 году в России, в Сочи будет проходить Олимпиада. И именно поэтому в качестве национального лота я решила преподнести олимпийскую экипировку. Участие в конкурсе «Мисс Вселенная» предполагает не только развлечения и красивые мероприятия, но также и активную благотворительную деятельность. Именно поэтому все конкурсантки съехали сегодня в Крокус Сити Молл для того, чтобы поучаствовать в благотворительном аукционе. «Мисс Россия 2013» Эльмира Абдразакова приготовила особенный подарок. Девушки, как истинные леди, для подобного мероприятия надели платье в пол, а также меховые манто.